если вы не хотите готовить, их можно вот так вот, потому что очень жарко дома. Все, поджарились. Вегетарианские котлетки уже готовы. Поднимается эта часть для большого нашего урожая, Саша. Я пришла на кухню делать видео о котлетках на пару и не заметила даже, как вместе со мной на кухню. Где она была, я не знаю, не было ее на кухне. И, в общем-то, сразу прибежала сюда наша Златка, наша красавица. Злата, привет, моя умница. Привет. Ох, как ты лежишь красиво. Надо было тебя назвать не Злата, а Клеопатра, да? Ох, какая ты неповторимая. Златуська, моя умница. Любишь, когда разговаривает кто-то, да? Любишь, когда движение где-то. И хочешь быть в центре событий. Какая кошечка у нас милая. Ну ладно, будем делать с тобой видео вместе, да? Златка, 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 моя умничка. Хороший котик, хороший милый котик. Итак, вчера котлетки уже готовые были загружены в морозильную камеру. Сегодня утро, 9 часов утра. И вот я сейчас смотрю, как оно все заморозилось, нигде ничего не примерзло. Ну, сейчас я отнесу все это на кухню. Все, котлетки я достаю. Вот они аккуратненько здесь на доске замерзли. Их можно, если вы не хотите готовить, их можно вот так вот сложить в пакетик, закрыть и обратно, ну, здесь немножко подмерзло, совсем немножко подмерзло, и обратно вот в таком пакетике положить в холодильник на следующее приготовление. Но так как мы сегодня будем готовить котлетки на пару в мультиварке Redmond, то я их сразу выкладываю в мультиварку. Вот. В мультиварку я залила чуть больше литра воды. Котлетки пускай размораживаются. Сейчас я их оставлю на часика 3. Пока котлетки размораживаются, я этим временем займусь своими делами. Потом начищу картошечку для того, чтобы ее приготовить, сварить и поджарить в жареном виде, тоже в мультиварке подать к столу вместе с котлетками. Картошку я почистила, соскребла ее ножиком. Вот, не знаю, сколько здесь килограмм, может быть, до 2 килограмм и есть картошки. Ну, получается, вот так визуально на одну порцию будет 3 картошечки. Итак, картошку я промыла, и сейчас я ее буду укладывать в мультиварку. Сколько водой заливать? Все на глаз будет заливаться. Все. Водичка тепленькая, так как бы ее уложить здесь, чтобы она вся была там водичкой залита. Ну, ничего страшного, если немножко она будет выглядывать из воды. Все, сколько я заливаю воды, я не знаю. Все это делаю я на глаз. Все, картошка прикрыта водой, все это закрывается. Мясо, котлетки тоже закрываются. И дома мы не готовим, мы готовим на балконе, потому что дома очень жарко. Все, отправляемся на балкон. В этой мультиварке котлетки. Нужно нажать режим приготовления на пару, выбрать время. Я буду готовить котлетки 50 минут, все, старт. Время пошло. Дальше здесь картошечка. Вот, тоже выбираю время приготовления, вернее, меню на пару. Вот, и 30 минут, все, старт. И в мультиварке по окончанию приготовления там время состыкуется, и получится так, что они почти одновременно приготовятся. Златка пришла. Все, пчелки уже почувствовали запах и к нам прилетели. Вот, ну все, Златушка, Златушка, все готовится. Тайга где? А ну-ка, показывай тайгунчика. Тайгунчик здесь лежит. Здесь безопасно зверюшкам. Вот. Даже если они дотронутся к мультиваркам, они не нагреваются так, как нагревается печка, печка Redmond. Вот. Ну и здесь электричество. Вот электричество. У нас нет никакого доступа к воде, ничего нигде не капает. Тоже это все безопасно. Все, картошечка уже сварилась, 30 минут прошло. И сейчас я возьму и водичку солью. Водичку я не выливаю в раковину. Не заношу домой, потому что очень жарко дома. Вот, выливаю ее сюда.
Сейчас крышечка и кастрюлька закроется, а это отправляется обратно в мультиварку. В мультиварку отправляется, крышечка закрывается, Златка туда не придет, и Тайга туда не придет, потому что я это все убираю в уголочек вот сюда. Дальше остается картошка отваренная, и я сбрасываю программу, там уже программа подогрева включилась, и выбираю новую программу, режим жарки, 15 минут. Все, старт. Сливочное масло, кто как любит, все на глаз, отправляется в чашу. Все, ну побольше, вкуснее будет. Ну а пока жарится картошечка в мультиварке, в другой мультиварке, осталось 9 минут до окончания приготовления котлеток. Все, уже сливочное масло тает и начинает шипеть. Трудно, конечно, переворачивать в этой кастрюльке. Вот у меня две лопаточки. Одна деревянная, одна из набора мультиварки. Сколько зубчиков чеснока для аромата я бросаю. Все, она уже сама отключилась. И можно уже снимать картошечку. Все, чашу мультиварки я убираю. Смотри-ка. Накрываю крышечкой кастрюлькой, чтобы ничего туда не летело. И вот это вот у нас получается мультиварка с функцией жарки. Поднимается эта часть, ой, чтобы она не упала, электроплиты. Прокручивается, закрепляется. И сейчас я поставлю туда сковородочку. Так, пчелки, пчелки летят. Котлетки, их можно, конечно, жарить, но я их жарить не буду, я их немножко проварю. Это вегетарианские котлетки, уже готовые, купленные в вегетарианском магазинчике. Все, выбираю режим, опять же режим жарки, 15 минут. Вот, но готовиться они будут, конечно, поменьше, только 4 минуты уже прошло, котлетки кипят, можно уже их отключать. Отключаем. После отключения продолжается процесс приготовления, и как раз 1-2 минуты это еще займет. Во, какое у нас большое ведро для большого нашего урожая. Саш, ставь туда под томатики. Смотри, зелененькие мы трогать не будем, мы срежем только вот так. Он не желтенький, он какой-то такой оранжевый, да? Все, наши ведерко упали. Больше нет желтеньких, смотри. Вот тут. Где? А ну держи, держи ведерко. Давай. Тоже не все они, да? Ага, тогда я их придержу, потому что они могут улететь туда за балкон. Так. Он сам обламывается, смотри. Даже его не нужно прилагать усилий. Ну вот, как я сказала, да. Кать, покажи, куда упала. Нет, просто наклони вот так вот. Ну, уже самый низ упал. Да, все. Ну, не... А вот за тот помидорчик, который упал, я думаю, наши друзья вороны скушают их, правда? Угу. Вот какой огроменный. Ну, сколько здесь? 10 сантиметров, да? Будет? 10-13 сантиметров. Ой, он немножко такой... колючий, да. Это самый первый. На самом деле, вот, Кать, покажи, огурчиков Ой. Много, но они почему-то не все вызревают, да. И вот наш урожай. Маленький, но наш. В балконе уже, сейчас я посмотрю, сколько времени, сейчас 2 часа, покажи, Кать, 2 часа дня, и уже солнышко пришло к нам, поэтому мы будем ставить зонтик. Чтобы хоть как-то затенить балкон и спасти растения. Картошечка зажаренная на сливочном масле с чесночком, все очень вкусно. Сейчас буду выкладывать тарелочки. Она не разваливается, форма ее сохраняется и очень даже прилично красиво смотрится в тарелочке. Тайга уже покушала, но она все равно смотрит, потому что смотрит на стол, на меня, потому что здесь такие вкусняшки, такие ароматы. Ну вот, все, стол готов, обед готов. Какие хорошие котлетки, красивенькие, полезные.
диетические, можно так сказать. Картошечка не совсем диетическая, но не совсем она уже и такая не щадящая. Хороший обед, вкусный обед будет. Вот. Как я уже говорила, это шницель вегетарианский. Вот. Наши огурчики, наши помидорчики, хотя их мало. Так, ну сейчас мы их попробуем, да? Давай, пробуй огурчики. Мы их еще не солили, я их просто помыла. Перчик, огурчик, помидорчики и разрезала. Посолили. Ну как, вкусно? Все. Вот такой вот обед. Всем приятного аппетита и до новых встреч на новых видео. Если кто-то не подписался, зашел к нам на канал в первый раз, подписывайтесь, оставляйте свои лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Всем всего самого доброго.